Че, ребята, всем привет! Все-таки скачала только что Dark Souls 2. Сохранение калибровки PlayStation 4, конечно, принять. Слушайте, только что-то я не вкурю, а сейвы мои не... Ой. Ой, как долго. Естественно, по-всерусски мы читать ничего не будем, мы пролистаем до самого низу и примем все соглашения. Потом к нашей жопе пришли чьи-то рот и все. Сейвов типа нету, видимо, они все в облаке остались. Ну чё, новая игра. Кровь включена, субтитры включены. Интерфейс отображать, яркость. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Всегда отображать, что-то я не этот. Яркость. Что-то у меня такое ощущение, что вот примерно вот так сделаем. Так, готово. Камера нормально. Голосовой чат запрещено. Глобальная игра почему запрещено? Разрешено. Управление кружком. Короче, погнали. Честно сказать, вторая часть мне вообще из всей серии Souls игр очень не понравилась. Но я ее прошел, тем не менее, мечником, как обычно. Доводилось мне это видеть в реальной жизни. Но кореш мне сказал, что эта игра ощущается как вторая часть не Dark Souls, а Demon Souls, который только что недавно мы проходили. Ну что, сейчас оценим. То есть, когда ты не играл Dark Souls, Demon Souls до этого и заходим в Dark Souls 2, ты понимаешь, что хуйня, но... После перепрохождения ремастера сейчас посмотрим, как это будет все ощущаться. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future. Ой, прям как у Саски. Проклятая печать. Кто смотрел Наруто, лайк в чат. Или плюсик хотя бы. Я все после Ютуба никак не привыкну, что здесь. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Полы. Марка Полы. Long ago, in a walled off land. Ой, какая бабка стрёмная, посмотрите, фу, мерзость, мерзость. Фу ты мерзость. Слушайте, я не помню. Странно, она Ландо здесь будет или нет? Похож на замок. Я проходил игру, хули мне откуда знать, что ты не бреешься. Really knowing why. Так. Харон. За монету нас везет. К слову сказать, играл всегда в Dark Souls вторую часть. А и в остальные это легче играется, нервы не так хочется, пьяный. Сейчас начинаю вторую часть, опять нетрезвый, так что... А я ведь спрашивал, стоит ли играть в Warhammer тактические игры на стримах. Вы сказали... Вы ничего не сказали, поэтому я решил скачать Dark Souls 2. Ой, надеюсь, микрофон не фонит. Страдания. Кстати, точно, я же так раньше стримы называл.
напомню. Забыл, что-то я забыл почему-то это вот про Souls-серию, что это боль и страдания. For that is your fate. The fate of the curse. Кстати, возможно, я со второй части тут вправо что-то и взял. Ока. Или просто будем знать жопа боль. Ну вот, не знаю, один хуй, вторая часть не завораживает атмосферу. Даже первую сейчас включить, ремастер, блин. Или что там, ремейк, я уже запутался. Она прям идеально. Ой, кстати, я себе осенью буду набивать татуировку костер из Dark Souls. На, рукавчик закончить. Весной я не успел набить. Летом не вариант. Вот осенью само то. Ну, а чтобы бабки были. Ой, графика-то, твою мать, что-то я шатую. Особенно тяжело, когда до этого прошел Demon's Souls 4К, потом Resident Evil 8 4К, блядь, вторая часть. Ой, кто-нибудь играл в Алису American Маги? Кстати, я помню, что здесь этот нихуя не будет. Вот, игра пиздата для своего времени была просто охуенная игра. Вот, но нюанс какой. Вот как-то я прошел Алису. Опа. Эй, щегол. Ну, сука, не убейте. Что такое-то, блядь? Как вы погибли? За закладную ачивку давать. Вот, короче, Алиса безумно возвращается, вроде игра называлась. Хоть прошло на компе, вообще все красиво, пиздато, вообще не наебешься. А, мне даже душ-то не было, чтобы сливать их. Вот, нашел эту Алису, думал, дай-ка Америка Магии запущу, бля, охуенная была психоделика, бля, это пиздец. Она та же, конечно, смоется шикарно, но, бля, вы все глаза выколите. Эти щегузы набегут или нет? А, видимо, зря я их начал пиздить кулаком. И вот что-то Dark Souls 2 вот примерно сейчас так же смотрится, ты думаешь, ёбаный ты в рот. Но, к слову сказать, есть маленький нюансик. Мы, как и во всех моих перепрохождениях Souls серии, будем играть за мага. Пытаться, по крайней мере. Посмотрим, как она пойдет. What seems to be the ruckus? Oh, your face. Ты на свое лицо посмотри, старая. It's an undead. Это же нежить, а ты дохуя с Артас минитил, что ли? Ладно, не буду ролик срубать. Ой, солнышко ушло, вентилятор дует, так хорошо стало прям вообще. You're finished. You'll go hollow. Yes, you will become one of them. Не, она мне еще про лицо что-то говорила, посмотрите на нее. Feast upon their souls. Ну, не гони, не гони. В этой игре я людей не видел, чтобы души забирать. Там одни монстры сплошные. Меня зовут. Не знаю, как меня зовут. Так. Залудка уже был персонаж. Че не такое она. О! Бока. Жока, блядь. Бока. Пробел понизу. Биба. Биба будет звать нас, блядь. Вот так вот. Биба или Бибо? Сука. Я не знаю, это вам в стриме. А, вам, наверное, не видно в этом стриме. Да что такое? Короче, персонажа зовут Биба. Да.
Конечно, знаю. Here's your reward for sharing. Возьми этот пыльный мешок, да? И уеби мне, поебал, или что это? А-а-а, человеческая фигурка, это хорошая вещь. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Это похож на маленький фало-имитатор. Полый только. Deep into your past. Анальная пробка, только тоже полая, к слову сказать. Ты чё, сука, я с универсальной пробкой? Ты охуела? Ай-яй-яй-яй. О, наконец-то. Так, класс и дар. Класс. Супер. О, всё, понял. Рыцарь, мечник, нищий. Слушайте, во всех играх, насколько я знаю, самый большой ништяк для прокачки у нищего. То есть за него тяжело начать. Но, блядь, за него потом прокачка будет, ну, копеечно, относительно дешевле всех остальных классов. Так. Старинное кольцо немного повышает здоровье. Фигурка, нахуй. Лекарство, нахуй. Косточка, нахуй. Семя дерева гигантов. Блядь, а что она дает? Вот это я не знаю. Уголь вражды. Бросьте в костер, что увеличит силу врагов для тех, кто ищет тяжелые испытания. Нахуй такое надо-то вообще? Нечто окаменевшее, просто окаменевшая грязь когда-нибудь будет, может быть, пригодится. Зашибись. Но я-то уж лучше колечко нежити возьму. Так. Токс. Пол, сказать, внешность. Опа, толстячок. О! Телосложение. Сухой буду. Сухой раскачан, внешность. Бля, ну и рожа, конечно, происхождение. Ёб твою мать, кто это придумал? Сука. Ну если создавать Бибу... Бля, вот. Ну что, это кей-поп у меня будет, блядь. А так. Брови, блять, как лицо это поменять? Сука. Так, ясно. Ага. А чё, только ли... Так. Да, короче, ребята, заебись, не будем тратить время. Да, это точно Биба, это не я. Это мой персонаж. Бибанский. Буду звать тебя Бибанский. Different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Блять, у меня сейчас только флешбэк скакнул в голове. Я сейчас выбрал нищего, у меня нет оружия. Но! Go through the door and trot along to the kingdom. Вот этих маленьких уёбков я убить не смогу кулаками, как только что выяснили. И там вы здоровенный, сука, тролль, которого тяжело было мечом-то убить. Ну ладно, чё, играем, блядь, за нищего. Сейчас разберемся. Я думал, там у меня призрачный меч, а нет. Слушайте, насколько я помню, вроде этих бабок можно отпиздить. А вроде как лучше и не пиздить. Зажгли костер. Огонь. Че тут? Че это? Костры это места. А, это подсказка. Воу, я что, телегу не могу сломать? Серьезно, кулак с кулака телега не ломается. Твою мать. Так, с кулака же все ломалось раньше. Вы что, блядь, издеваетесь на мной? Заебись. Заебись, я себе перса создал, блядь. Хотел карту открыть, я уж все.
кучу игр переиграешь, все управление нахуй по хуям идет, все путаешь. Ну что ж, пойдем в туман. Я правда не помню, куда нужно идти. Что-то написано там, блядь. Атака R1. А. Битяра. Ну слушайте, а почему? А, вот те щеглы на меня кучей напали, поэтому не смог их убить. Слушайте. Сильно так атака вообще ни к чему не привела. Ну что я вам скажу? Блять, с них бы что-то выпало хоть, а? Вообще нихуя. Блять, ну игра кайфова. Не рывок, как у урок, что пиздите-то? Все-таки игра хоть и дерьмова, но кайфово смотрится, знаете, такое ностальгическое ощущение. Ностальжи. Блять, похоже, что кот побежал. Сейчас, интересно, а можно с кулака жопу пробить? Прикиньте, кулак ему в жопу воткнёт. Оооо, воткнул кулак в жопу, ёбаный. Ну это конечно мощно. Это конечно охуенно мощно. Ого. Блять, ну реально игра смотрится, не знаю, как блять описать-то даже. Ну реально ностальгически. Критический удар только что. Блять, ну я может не тот туман свернул, конечно. О, блять, чуть не упал. Стойте, дайте-ка эстуса выпью. У меня, сука, ни хилок, ничего нет. Так. Снаряжение. Ах, где кольцо-то, блядь? Это что такое? Я ж кольцо выбирал, какого хуя? Так. Увеличит максимальное здоровье, отлично. 4 колечка можно надеть. Или одеть. Кольца надеваются, либо одеваются, ребята. Кто мне сказал? О, все. Пацантре, живем теперь. У нас есть кинжал. О! Мы не можем вставить блок. Я не пойму, он ко мне рожа стоит. Вот да, что тут, блядь, перекат. Лучника после. Я с кинжалом на раз-два захуячу. Ну я теперь убийца Мороз, короче. Блядь, бойтесь меня нахуй. Так. Сменить выбранное оружие. Так, у нас, блядь, одно. Один обоссанный кинжал и труханы, блядь, проперженные. Чё тебе... Чё тут менять-то? А, колечко есть, ладно. Пищу, кольцо есть, всё. Чё такое, шаг назад. Опа. Отскок это, не шаг назад, мать твою. Ах ты. Сучий луч.